Значит, сейчас я затягиваю ремешки на своей костлявой руке. Одна висит, другая не висит. Ну что, все, ладно, погнали. Приветище. Эй, возьмись нормально. Это зомби-бар. И мы продолжим здесь работать. Деньги нужны всем. Особенно в пандемию, которая уже заканчивается, я надеюсь на это. Так что погнали. Будем зарабатывать бабосики. Не понял. Прикинь, у меня все сбросилось. Ну ладно, поскольку мы на скилле, мы сейчас быстренько все пройдем с первого дня. Выбрать другой день я бы, конечно, хотел, но все заморожено, все в паутине, чертова паутина. Тренироваться не хочу, погнали. Кислотная смерть. Это коктейль, я помню его. Можно начать. 3 блюда без ошибки, окей. Начинаем, все, погнали. Качок, гоп-стоп, качок, с дрявой башкой. Видно, что ему кто-то прострелил черепуху. Что заказываешь? Коктейль. Не проблема, смотри, как я могу. Хопа. Коктейль, значит, с глазиками, да? Вот так вот набрасываем ему сюда глазиков побольше. Так, значит, потом зеленую жижу и синюю жижу. Без проблем. Вот так вот. Синюю жижу, черт, разбил бутылку. Синяя жижа и куриная лапка. Может, не куриная? Поковыряться вместо зубочистки пойдет. Товарищ, держите. Бабла по плюс 6 баксов. Отлично, отлично сделано. Сыграть день первый. А, это была тренировка, черт. Ну ладно. Все. Мамузик, попузик, мозговитая. С лимоном? Там у тебя лимон на башке или что? Что это такое? Желтая какая-то фигня, ужас. С носом, значит, тебе коктейль, да? Не вопрос. Не вопрос. Отведайте пока глазиков, пока я тут вам заправляю коктейль. Я как настоящий с носами, да? И можно сразу нос? И все. Желтая бутыль, это у нас яд. Смертельный яд. Что-то как-то плохо все идет. Зеленая. Непоследовательно. Непоследовательно, поэтому ничего не идет. Хорошо. Значит, желтая. О, время вышло. Ну и катись тогда. Катись. Я не думал, что все нужно делать по рецепту, как здесь. Я думал, все можно хаотично насыпать. Ну, вот так вот, да? Ладно. Я все забыл. Все. Сейчас я все сделаю, мадам. Мадам, смотрите, вот так. Потом красная. А красная это что у нас? Лудин. Лудин, не знаю, что такое. Потом красная еще кровушки. И ухо, чтобы лучше слышать, да? Ты, видимо, глухая. Пожалуйста, мадам. А, да, вам тоже вода будет. Так. О, почтальон принес, который мне почту, наверное. И обвисшие кишки тоже принес. Язык бы хоть бы поправил, товарищ. Интересно, в такой рот попаду, не попаду? Но есть вероятность. Есть. Вероятность залета. Так, хорошо. Мне нужны деньги. Ты же принес деньги, да? Значит, глаза как раз нам нужны. Жижа. И синяя. Это топленый сахар или что? Или соль? Вот непонятно. С куринкой. С куринкой, пожалуйста. Так. Кто следующий? Снова Масипуська. С короной только уже. Какие вы блатные, мадам. С кишочечками, да? Это вот... А, это червячочечки. Ну хорошо, червячки, так червячки, не проблема. Смотрите, червячки. Давненько никто не заказывал червячков с кровушкой, конечно. И вот червячки. А так просто отведать не хотите? Прям в корону вам, вон туда. О, отлично. И вот так вот сверху добавочка, пожалуйста. Как она обрадовалась. Гоп-стоп с простреленной башкой и отрезанной рукой. Там одни кости, смотри, вон. Ужас, ужас. Хэллоуинский какой-то подход у нас сегодня. Приход, точнее. Не подход, а приход. Хэллоуинский приход. Значит, спустился в преисподнюю, и тут заставили работать. Да, яду. Зеленые жижи, это коронавирус. И нос. Нос. Пожалуйста. Кто-то говорит, летучие мыши тут он у меня. Пожалуйста, на выбор, что хотите. Так, значит, подайте не менее 3 блюд без ошибок. Я с этим справился, по-моему, да? Так что, следующий день. Дамские пальчики. О, пропустить, говорю. Эти дамские пальчики. Все, день 02, задание. Заработайте как минимум 40 баксов. Без проблем вообще, в легкую. Пожалуйста. Так, значит, дамские пальчики? Нет? Вы хотели, нет? Ты, коктейли. У нас вообще-то новое меню. Вот это что такое? Open... Не буду жать лучше. Ладно, не буду.
У нас новое меню появилось. Помимо коктейлей, там дамские пальчики какие-то, дама, мадама. Так что, если вы хотите, то, пожалуйста, я могу вам сделать. Нать. Рассказывайте. О, прикольный бугай. Здорово. Стиляга. На стиле парниша. Язык торчит. Два зуба кверху. О, дамские пальчики. Отлично. Значит, берем упаковочку. Смотрите, мы как раз вовремя. Насыпаем пальчики. Варим их. Сейчас все будет, не переживайте. Это новое меню, писк лета, так что будет прекрасно. Просто шикарно. Сюда. Кетчупом вам залить, да? В смысле опоздал? Скотина. Еще пригрозил мне что-то под конец, а? Так, вам что? Дамские пальчики за коктейль. Как это все старомодно. Коктейли, коктейли. Ну, рассказывайте, как жизнь проходит ваша бандитская? Вы же бандит, да, с простреленной башкой? Были. Сейчас-то вы уже как зомбарь дохлый. Ухо, чтоб лучше слышать, держите. Вы же, наверное, еще и глухой. И с простреленной башкой. Ой, 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 красотка идет. Смотри, какая девушка. Да-да-да, какие зубы торчащие, стрёмные-то, а? По-моему, бомжиха. По-моему, она была бомжихой до того, как стала зомбарем. Так. Это что у нас? Асид. Тоже какой-то яд. И синяя соль, синяя смерть и куриная лапка. Для такой прекрасной цыпочки. Все, прощай. 15 баксов. Сколько я уже заработал денег-то? Есть тут у меня почти... О, рука, смотри, сверху стоит рука. Тут пила. Снова ты. Че, в этот раз ты закажешь коктейль, да? Потому что с дамскими пальчиками тогда не прокатило. Не вопрос. Хоп. Синяя жижа. Держи бутылку. О, прям в рот. Хо-хо-хо. Красная жижа. И вот эта вот штука. Пожалуйста. Я угодил вам в этот раз. О, $3. Ну, сколько я заработал? Ваши задачи. Ну и что? Я, по всей видимости, заработал 40 баксов, да? Жареная рыба. Пропустите, пожалуйста. И начать. Подайте не менее 3 блюд без ошибок. Хорошо, я попробую. О! Такой барышни ко мне еще не приходило. Ну, рыбка. Рыбка, не вопрос. Не вопрос. Значит, берем вот эту штуку. Рыбина, иди сюда. Вот так вот. Ее... Не смотрите на это. Черт. Она сбежала. Она сбежала, рыбина, иди сюда. Быстрее, 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 быстрее. Так, сковороде. Жарим. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Не переживайте. Время 12 секунд. Черт. Перевернуть. Тарелка, 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 тарелка. Где тарелка? Успел. О, да, да, прощайте. Приходите еще. На фирменные пальчики дамские. Чертовы тараканы. Нос. Мужчина с обвисшим языком. Снова коктейль. Тебе, видимо, понравилось, да? Какой-нибудь ядреный замутить надо. Оп. Побольше глазик. Лови. И вот это тоже лови. Ой, эта бутылка мне нужна. Подожди, зря я ее выкину. Коронавирус. И носисус. Носисус. Как он счастлив. Просто безудержно счастлив. Какой страшный мужичок. С кепкой, на которой нарисован унитаз. Ага, жареная рыба. Жареная рыбка. Ты где? Где рыба? Вот она. Так. Спокуха. Тараканы добрые. А, рыба не получится? А, вот сковородка получится. Тан-таран. Готовченко. Переворачиваем. Тарелочку, пожалуйста. Ловите. Вот так. Опа. Видали, как могу? Хо-хо. Пожалуйста. О, вот эту штуку, наверное, накрывать можно блюдо. А я не знал. Хопа. Хопа. Ой. Жалко, они не бьются. Было бы прикольно посмотреть, как они бьются. Так, значит, вам тоже рыбу. Да чё? На рыбу все напали. У меня тут не так много рыбки. Тягать. И с другой стороны, стой. Убрать надо.
мышки вылезли случайно. Эх, все падает, все падает. Все пошло не по плану, тараканы еще. Черт, тарелку сжег случайно. Перекидываем. Соусом не задавится. Черт, надо пройтись дихлофосом. Тараканы задолбали, да что ж такое? Во! До конца 2 секунд, фух. Здоровяк идет. Он же тут в прошлый раз стоял, да? Ну, здорово, привет. Че тебе? Че ты хочешь? Коктейль. Ну, коктейль-то легко. Смотрите, как я могу. Опа. Ой. Опа. Да, что-то руки не держат. Тяжелый день, однако. Тяжелый. Значит, по-красному, да, убиваемся? Ну, не проблема. По-красному так по-красному. Там телефон что-то пиликает у меня. Пожалуйста. Ну что. Все отлично, мы прошли. Идем дальше. Фух. О, 8 блюд без ошибок. Ничего себе. Сейчас будем на скорость работать. Итак, мадмамазель. Давайте, я принимаю ваш заказ. Коктейли. Кстати, что если я вот так вот просто стаканов здесь наставлю? Вот так вот, чтобы постоянно не лазить. И просто заливать сюда еще. О, по-моему, это гениальная идея. Так. Вот так вот по-быстренькому. Надо обслуживать много посетителей, поэтому торопимся. Ага. Ага, и куриная. Куриная лапка, пожалуйста. Так. Что дальше? Главное, чтобы вот это все не снеслось. И тараканы куда-нибудь не несли. О, сварщик! Бедняга. Сварщик-бедняга. Видимо, сварили тебя, да, где-то? Эй, жаримся. Как же так случилось, что ты на сварительном аппарате сварился? С кетчупом, да, тебе? Вот так вот. Держи. Эй, куда? А куда оно делось? Я же ему положил. Это какой-то подставон. Подстава. Я по-другому не скажу. О, двое сразу пришло. Так, коктейль. Красный коктейль делаем, значит. Вот. На, попей пока. Красный коктейль. Еще и рыба нужна. Как хорошо, что я несколько заготовок сделал. Опа. Рыбочка. Сюда. Еще пришел посетитель. Нифига себе, что вам? Коктейль. Не вопрос. Коктейль зеленый и синий. Жижей. Синей жижей. Оп. Переворачиваем. И ножичку. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, теперь тарелочку. Ох. Фух, я думал, она улетела на пол. Фух, потненько немножко было, но ничего, я исправляюсь. Так, еще 2 стакана у меня есть под коктейли. Так. Пока. Что вам? Вы бы хотя бы огурцы сняли с глаз, я не знаю. Ага, еще один коктейль. Ладно, сделаю новый. Это у меня на прозапас. Все равно вы одна. Больше никого нету. Коронавирус. И Носиус. Пожалуйста. Приходите еще, оставляйте побольше чаевых. Брутальный 22 номер. Это футболист. Американский футболист. Рыбы захотел пожрать. Не вопрос, сейчас отловим. Как это, регби? Да. Такой жесткий футбол американский называется регби. Как там игры у вас проходят, товарищ футболист? Прическа, кстати, зачетная. На-на-на-на. Вам, кстати, посолить не надо? А, это толкушка. Это толкушка. Так. Кетчуп? Нет, без всего, да? Пожалуйста. Ну, мне кажется, что 8 блюд я без ошибок точно сделал. 2 барышни идут. По коктейльчику, да? Ладно. Коктейльчик — это хорошо. А здесь пальчики. Не вопрос. Сейчас сделаем. Пожалуйста. Пальчики. Где они у нас здесь? Вот так вот. Жарим. 10 секунд, что-то я не успеваю. Что вам, кетчуп надо будет сделать, да? Быстрее. Кетчуп. Вот так вот. В этот раз удачно эти пальчики у меня ушли. О, снова цаца идет. Цаца с длиннющими, как у Рапунцель, волосами. Че я туплю? Не знаю, ничего, я не знаю. Я просто в шоке от вашей волосни на башке. Так, значит, желтый. Ковидный брызг. И, конечно же, нос. Вот это смена.
Вот эта смена дикая, дикая, дичайшая смена. Мне кажется, что она удалась у меня сегодня. Так, рыбки захотела девушка. Точнее, медсестра. Где рыба-то? Рыба, ты где? А, вот я ее поймал. Потерял. В собственном аквариуме рыбу потерять. Ну, где это видно, да? Оп-оп-оп-оп. Чуть так не спалил, без сковородки. Лягушечка. Вот это можно подергать? Нет, нельзя. К сожалению, нельзя. Перебрасываем. Тарелочку. Ну, ну-ну-ну. Готово. Пожалуйста. А, это не медсестра, это стюардесса была. Угу. С ободранной ногой, да, точно. А вот медсестра идет ко мне. Коктейльчик, пожалуйста, выбирайте. С глазиками, без глазиков. С газиками, без газиков. С ковидом или солью. Будем называть это синей солью. И, пожалуйста. Вы, как всегда, прелестны. 15 чаевых, 15 долларов на чай. Нет, 6 долларов на чай, 15 за коктейль. Фух, следующий день. Бургер-инфаркт. Знаем, как делать. Я думаю, что сделайте не более трех ошибок обслуживания клиентов. Заработайте как минимум 120 долларов. Фух. Так, значит, так. Перед началом, да? Пока ничего не началось. Заготовочки. Как мы любим с тобой. Вот так вот, побольше стаканов, побольше. Все, хватит, я думаю. Я думаю, что хватит. Вот так вот поставим здесь по красоте. Оп, минус один стакан, ну не страшно. Все, начинаем. Я готов. Можно вот так вот сделать? Забавно. Украсим столик. Так, что, рыбка. Снова по рыбке. Так... Че я туплю? Молотком. Молотком ее глуши. Молоточком. Это сюда. А что варить-то будем и когда? Может, мою руку сварить? Перекидываем. Тарелочку вот сюда. Давай, давай, рыбка. Хоп. В смысле, как это? Как она? Это подстава. Сколько времени? 12 секунд, я не успею уже. Мадам, извините, ваше блюдо сбежало с тарелки. Прямо с тарелки. Получайте пустую тарелку. Да, это обидно. Что вот это за кнопка? Давай нажмем. Мне вот дико интересно. Это может быть отпустить посетителя кнопка? Ну ладно. Да, я думаю, что это отпустить посетителя. Так, что вы хотите? Бургер, 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 бургер. Значит, булочка сюда. Еще одна булочка. Нам нужно... А из чего? Из печени. Из печени, из печени. Вот. Похоже на печень, да? Значит, перерабатываем. Все, котлетка у нас готовится. Па-па-па-па-па-па-па. Так. Лопатка где? Лопатка. Вот так вот. Чуть-чуть подпалилась. Так. Лопаточка... Ага, так не будет. Спокуха. Так, берем. Вот так. Вот так. Кажется, я вспомнил, как делать бургеры. Пожалуйста, я успел. 0 секунд, и я успел. Ху-ху-ху-ху. Тараканье пошло вон. Не лазить здесь. Так, так, так. Чего, чего, чего? Из мозгов вам что? Из сердца. Значит, мозги, пожалуйста. Тут у меня булочки запеклась одна. Вторую пекем. Так, из мозгов и сердца. Сердечечко, опс. Да что ж такое-то? Хочу закрыть, а не получается. Так, две тарелки, пожалуйста. Вот так вот. Значит, берем... Кажется, у нас булочка одна потерялась. Черт. Так, 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 так. Вот эту берем. Я запутался. Запутался, черт. Так, все одинаково, да? Давай, давай, кажется, вот этот не допекся. Так, значит, это вам? Это вам. Фух, фух, управился. Управился. Пожарник? Товарищ, у вас топор торчит из плеча. Это как-то не очень. По-пожарски, по-МЧСовски. С мозгами не вопрос. Только что делал с мозгами, так что не вопрос. Булочку запекаться? Кстати, у меня тут одна лишняя осталась, можете покушать.
На так вот. Оп. Оп. Тарелки, надо тарелки побольше сюда накидать, чтобы они у меня были тут. А давай по красоте ему подадим этому пожарнику. Черт. Да, опять просохатил верхнюю булочку. То есть, да. Угу. Так, и накрыть по красоте. Вот так вот накрыть. Чё-то не получается. Ну, держите. Эх, чёртово тараканьё. Так, нам идут два посетителя. Бургер с сердцем. Сердечко. Поставить это, выкинуть нафиг. Вот так вот. Вам досталось, да? Бургер с печенью. Печень. Давай. Ну, что-то пошло не по плану. Где? Да, черт. Вот так вот. Печень, сердце. Ага. Вот так вот. Так. Пока оно там жарится, я думаю, успеем. Так. Так, это у нас сердце. Печень кому? Печень вам быстрее дашь. Что, не так, что ли? Вот это попадос, попадос, попадос. Не успею. Да черт! Так, вам какой? Сердцем, вот у меня сердцем. Как вам быстро, да? Вообще, за скорость. Спасибо за чаевые, то, что ставили. О, какой полисмайн идет. Мне показалось, что у вас не шевелюра торчит из кепки, а мозги. Так, а вот, собственно, и с мозгами вам и надо сделать, да? Ага. Не вопрос, что-то я употел. Слишком потно. Так. Фух, быстрый денек. Очень быстрый. Кстати, у меня булочек нету. Что-то я забыл совсем про них. Сегодня одни бургеры заказывают. Так, это мне нафиг не надо. Та-та-та-та-та. Вот. Здорово как. А, чуть не забыл. Невкусно есть булку с мясом, да? Лучше приправить чем-нибудь. Пожалуйста. Епа. Хорошей службы. Но для вас она уже не хорошая, поскольку вы здесь в преисподней. Так, дама с огурчиками на глазах и с кошкой на волосах. Отлично. С печенью. Видимо, для кошечки заказывает. Кошки обожают печень. Так. Булочки есть, еще одну поставим. Что-то коктейли вообще никто не заказывает сегодня. Такое ощущение, что у нас сегодня бизнес-ланч. День бизнес-ланча, тарелочка. Сюда ее. На-на-на-на-на. Угу. Все по красоте. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Пожалуйста. Ну что, все? О, наконец-то, наконец-то все. Сделайте не более 3 ошибок, я это сделал, и $120 я заработал. Отлично, следующий день. Так, не более 2 ошибок обслуживания клиентов. Ожидается 8 клиентов, не вопрос. Ой, зря, я поторопился, зря. Так, коктейли. Что вам, мозги? Мозги, не вопрос. Не вопрос. Так, тарелочку сразу подготовим сюда, пару тарелок. Кстати, тут еще и подносы есть. Поднос надо, что не взял поднос? Без подносов подходишь на кассу. Возвращается обратно, что-то не выкидывается. Забыл про булки. Заплесневевшие булки, забыл про них совсем. Еще добрые тараканы, когда там служба дихлофосов приедет. Так. Эу, горчица. Походу надо горчицу поменять, что-то у нее проблемы какие-то. С вытеканием, втеканием. Почему еще один остался здесь? Таракашка. Так, мистер, что вы? Что? Надо их открыть просто и все, и не закрывать. Эу. Пальчики. О, давно их никто не заказывал. Что-то руки у меня какие-то прозрачные стали. Не могу схватиться нормально. Боже мой. Сколько тараканов. В смысле ты уходишь? Я только начал блюдо твое готовить, засранец. Да, денек будет насыщенный. Нос. С печенью сердце. Сердце, пожалуйста. Булочки у меня есть, надо еще одну поставить. Да долбаные тараканы, сколько ж можно-то вас терпеть? Может не убивать их? Пусть они тут ползают, а? Какая в топку разница?
Так. Вот так. Ой! Да, блин! Сверху уже никак, да? Ладно, простите, я забыл, замешкался. Так, у меня два фейла уже есть. Надо не допустить больше, иначе я проиграю. Печень. С печенью это очень вкусно будет. Очень вкусно. Так. Булку сперва. Булку, котлету. Надо все проговаривать, иначе забудешь что-нибудь. Кетчуп. И булку сверху. Как Спанч Боб. Краксбук. Все, я продул. Да, что-то я не то сделал. Не то. Меня уволят. Чертовой матери. С мозгами. О, паучок. Паучок. Его, наверное, мочкануть надо. Сковородкой давай его бабану. Пошел вон. Какой здоровый. Так, переворачиваем. Тарелочка. 20 секунд. Черт. С лопаточкой. С лопаточкой проблема. Кетчуп и горчица. Пожалуйста. Все. Да почему? Мозги, все как надо было. Что происходит? Я понять не могу. Что за фейл? Что-то я котлету, может, не дожариваю. Что? Пальчики. Ну, с пальчиками это вообще не проблема. Давай, беречь. Сейчас, 8 секунд. Не успеваю, вообще крайне не успеваю. Вот так. Кетчуп, пожалуйста. Наконец-то хоть с пальчиками не облажался. Снова идет этот перец. Вот вечно на нем проблемы какие-то. Так, ну-ка. Че, сердце? Вот сейчас я не накосячу. Вот сердце, я же правильно беру? Сердце, да. Вот оно. Сердце, значит, кидаю. Сейчас оно будет жариться. Вам какой? Медиум? Медиум рей? Так, подождите. Или это, как оно? Медиум вэл. Вам какой прожарки, пожалуйста? Скажите, озвучьте. Тараканы там бегают. Может, у меня какие-то проблемы с печкой? Она плохо запекает булку? Ну-ка. Пожалуйста, наконец-то. Все свершилось. Коктейли что-то никто не заказывает. Может, в топку их? Фух. Да, мадам. Что у вас? С печенью? Не вопрос. Так. Сейчас все будет. Опять этот паучара вылез. Шабануть его надо. Пошел вон. Вот так. Угу. Тарелочку. Хоп. Булочку, миско, булочку. Кетчуп, горчица, все правильно. Почему раньше не получалось, не знаю. Итак. Да, провалились. Провал. Да. Возможно, меня уволят. Ну что ж, я думаю, что на этом провале мы и закругляемся, потому что, походу, дальше дела пойдут мои не очень хорошо и гладко. Если тебе нравится зомби-бар, и ты хотел бы увидеть побольше видосиков по этой игре, то не забудь поставить лайк. Жалко, я лайк не могу поставить. Лайк этому видосику и подписаться, если ты еще не подписан. Ну, я с тобой прощаюсь, пока увидимся в следующем ролике.